Здравствуйте, меня зовут Антон, я администратор сайта 3ginfo.ru, и мы заметили, что некоторые сталкиваются с трудностями, такими как, чтобы оплатить наши услуги сайта, например, при помощи МТС, то есть со счета МТС перевести на наш МТС. Мы воспользуемся их сервисом «Легкий платеж», и мы начнем. Для начала нам нужно открыть страничку входа в личный кабинет на сайте МТС.ру. А для того, чтобы войти, нам нужно получить пароль. Я его получил. Чтобы получить его вам нужно нажать «Получить пароль по СМС», ввести номер, ввести капчу, получить пароль. Вам придет СМС-очка с паролем. Думаю, ничего сложного в этом нет. Потом нам нужно будет войти. Что мы сейчас и сделаем. Вот мы вошли, теперь нам нужно перейти в сервис «Легкий платеж». Далее выбрать, что мы непосредственно хотим оплатить. Мы хотим оплатить МТС. Далее нам стоит кликнуть на оплату МТС со счета телефона на лицевой счет. И здесь выбрать по номеру телефона. Далее нам нужно ввести номер телефона, который мы будем оплачивать. Внимание, не свой номер телефона, а который мы будем оплачивать. Мы вводим номер 3G-инфо. И, к примеру, мы хотим разблокировать телефон Alcatel за 200 рублей. Выбираем со счета МТС. Также можно с банковской карточки, но видео не об этом. И нажимаем «Далее». Ждем, пока идет обработка запроса. На наш номер телефона пришла смс-ка. Вот, то есть для того, чтобы подтвердить оплату. Вот наш номер телефона, сумма с комиссией. И для того, чтобы подтвердить, нужно отправить 2 единицы в ответ. Что мы сейчас и сделаем. Ждем дальше. И вот мы убеждаемся в том, что платеж выполнен. Далее, если вы что-то разлачиваете, вам нужно попросить это на форуме ВКонтакте. ВКонтакте можно как и в личке, так и в группе Рашиду написать. И мы разлочим ваш аппарат. С вами был Антон. До скорых встреч.